Здравствуйте! Сегодня готовим желе из вишни. Желе готовят из фруктов, ягод, из фруктовых и ягодных соков. Желе из вишни – это по-настоящему летний десерт. Очень красивый, вкусный и полезный. А приготовить вишневое желе по этому рецепту не составит никакого труда. Прежде всего, замачиваем 20 граммов желатина в 100 миллилитрах холодной воды. В кастрюлю наливаем пол-литра воды, добавляем 150 граммов сахара и доводим до кипения. При необходимости снимаем пену. 300 граммов вишен хорошо моем и чистим от косточек. Подготовленную вишню закладываем в кипящий сироп и варим на слабом огне приблизительно 10 минут. Выключаем, добавляем набухший желатин и перемешиваем. Даем остыть и разливаем наше красивое прозрачное желе в стеклянную или хрустальную посуду. Остужаем желе из вишни в холодильнике 4-5 часов. Подаем со сливочным кремом и свежей вишней. Украшаем по своему усмотрению. Рецепт сливочного крема вы можете найти на нашем сайте videokulinaria.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Кремы». Вдохновения вам, удачи и приятного аппетита!